Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробнее расскажет Богдан Колесников. В первую очередь хочется всех поздравить с наступившими праздниками, с Пасхой. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. В Люберцах подвели итоги месячника благоустройства. За апрель собрали и вывезли 180 тысяч кубических метров мусора. На особом контроле содержание контейнерных площадок во дворах. 9 контейнерных площадок было модернизировано с расширением и увеличением контейнерных баков. На 30 контейнерных площадок, где место позволяло, было установлено еще дополнительно 88 баков, что позволило избежать на этих площадках перенакоплений. И работа в этом направлении будет продолжаться в течение всего года. Мониторинг осуществляется постоянно совместно с региональным оператором. В честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне подготовлена большая программа. Мероприятия пройдут во всех поселках. В полдень 9 мая состоится возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Главной локацией проведения праздника станет Центральный парк Люберец. Здесь расположатся различные активности, выставки, развлекательные площадки и фуд-корты. В 11:00 на парковке между зданием администрации и парком расположится выставка военной техники, участвовавшей в Великой Отечественной войне. На выставке будут демонстрироваться сразу два легендарных миномета «Катюша». Также вы увидите 37-миллиметровую зенитную пушку, трехосный грузовой автомобиль фирмы «Студебекер» и знаменитый советский танк периода Великой Отечественной войны Т-34. Также будет представлен полноразмерный макет советского истребителя И-16. В парке расположится также выставка стрелкового оружия, пройдет мастер-класс по изготовлению основы для окопных свечей, спортивные состязания, будет работать полевая кухня. В 17 часов начнется праздничный концерт. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.